Мы с вами находимся в лаборатории экологических биотехнологий. Я являюсь руководителем этой лаборатории. Бухарина Ирина Леонидовна, доктор биологических наук, профессор. И то, чем мы занимаемся в лаборатории, связано именно с таким направлением, как экологические биотехнологии. Экологические биотехнологии – это те технологии, которые позволяют восстановить природные среды, почву, воздух, воду после ее загрязнения. И по возможности, конечно, вернуть ее в такое состояние, какое оно было изначально. Конечно, это задачи огромные, и наша лаборатория в этой группе экологических биотехнологий имеет несколько очень важных направлений. Первое направление связано с тем, что мы занимаемся разработкой технологий повышения устойчивости растений, как раз-таки выносливости вот к таким факторам, как содержание тяжелых металлов, как содержание нефти, как различные другие экстремальные факторы, как раз-таки для того, чтобы подготовить таких организмов или растений-выносливцев для восстановления нарушенных и загрязненных земель. Мы используем взаимосвязи высших растений и микроскопических эндотрофных грибов. Это грибы, которые живут внутри корневой системы растений, мы их внешне никак не видим, но при этом они оказывают очень сильное влияние на растения. И это так называемые партнерские взаимоотношения, то есть когда растение испытывает какие-то неблагоприятные факторы, когда растению, так скажем, плохо, эти грибы выступают его партнерами и позволяют с помощью выработки физиологически активных веществ, гормонов, позволяют растению стать выносливым. Выглядят эти грибы следующим образом. Это микроскопические объекты, поэтому мы их выращиваем в таких вот чашках Петри. Кстати, коллекция этих грибов разработана также нами. Грибы нами получены из корневой системы растений, которые длительно произрастали в условиях загрязнения почв. То есть это городские растения. Мы отобрали эти грибы, потом методами ДНК-анализа, микроскопирования были установлены их систематическая принадлежность, то есть, другими словами, виды этих грибов. Так получилась у нас коллекция. Затем мы тестировали нашу коллекцию на устойчивость к разным факторам, воздействию солей тяжелых металлов, содержанию нефти, к температурным факторам. И в итоге отобрали несколько видов грибов, они относятся к родам фузариум и цилиндрокарпон, которые мы сейчас используем для разработки этих технологий. Они могут расти вот так вот отдельно, вне растений, но и могут прекрасно взаимодействовать с растениями. Затем нами разработана специальная технология выращивания суспензии из этих грибов, потому что от гриба нужно перейти к растению, то есть нужно каким-то образом заразить растение, поэтому мы разработали такую технологию приготовления и внесения суспензии гриба. То есть мы готовим специальный бульон. В этот бульон вносится гриб, культура гриба. И затем этот гриб выращивается вот в специальном шейкере-инкубаторе до образования вот таких вот сгустков. То есть, по сути дела, это бульон, в котором находятся гифы, споры гриба, но в очень активном состоянии. Это говорит о том, что они очень быстро могут взаимодействовать с растением. И затем, на следующем этапе, эту суспензию мы вносим уже во время пересадки растений или, допустим, поливаем ими там всходы растений. И таким образом заражаем или инокулируем растения. Вот сейчас как раз вы видите растения, которые выращиваются вот с помощью такого метода инокуляции. Это растение томата, тестовое растение. Это растение инокулировано грибом, то есть внесен сюда гриб, вот эта суспензия. Это растение не инокулировано грибом. И выращиваются эти растения в условиях повышенного содержания тяжелых металлов в почве. Вот в этом уникальность технологии, то, что гриб в условиях экстрима действует как партнер, действует изнутри, то есть изнутри клеток, изнутри корневой системы. И поэтому получается, что реагирует не на фактор, а на растение, на состояние растения. Поэтому, в принципе, такая технология может быть использована к любому другому фактору. Гриб, он не специфичен, он не привязан к какому-то виду, реагирует на внутреннее состояние растения, на его физиологию. И поэтому, в принципе, мы полагаем, что такая технология может быть использована и по отношению к другим экстремальным факторам, и можно использовать суспензию для повышения устойчивости любого другого растения. В чем преимущество такой технологии? Конечно, есть зарубежные аналоги грибов. Они производятся в виде спор, таких инокулированных в глину. Это порошки.
Сроки годности высокие, но при этом огромный минус. И срок инокуляции, и воздействия на растения, формирование вот этого партнерства с растением длится до 6 месяцев. Ну, представьте, если выращиваются растения в защищенном грунте, это очень долго, и это не подходит. При таком способе, когда мы используем активные грибы в виде суспензии в активном состоянии, сроки инокуляции действия гриба начинают проявлять себя уже через 2-3 недели. Поэтому это гораздо быстрее и эффективнее, чем использовать вот такой очень длительный процесс, связанный со спорами. И в сухом виде, когда используется раствор. Вот это одна из технологий. Она является экологичной, потому что эти связи существуют в природе. И тут мы не предлагаем какого-то того, чего не было в природе. Поэтому относится эта технология к экологичным и то, что сейчас называют природоподобным технологиям. Может использоваться и для растений в защищенном грунте, потому что хотя там и управляемая среда, но благодаря вот такому действию грибов можно снизить несение азотных удобрений, снизить нормы полива, допустим, меньше использовать химических средств защиты растений, потому что растения будут более устойчивыми. И, также у нас еще, конечно, непрестанно идет контроль, действительно ли это грибы повлияли. Поэтому вот у нас сейчас на экране как раз-таки находится снимок микроскопический, который показывает, что грибы находятся действительно в корневой системе, что действительно это работают грибы. Мы высчитываем процент микоризации и таким образом подтверждаем факт, что действительно эта технология и устойчивость растений обеспечивается грибами. И, конечно, наши исследования подтверждены биохимическими анализами самих растений, содержанием тех веществ, которые отвечают за устойчивость растений. Значит, кроме этого, мы работаем и по второй очень крупной теме, которая связана с изучением состояния хвойных насаждений у нас в Удмуртии. Дело в том, что эта проблема, конечно, не только в Удмуртии. Хвойные леса погибают на территории европейской части России, в ряде европейских стран. И это такая проблема, которой озабочены